Так, парни, сегодня видос максимально краткий и информативный, потому что я заебался, блядь, от того, что мне задают один и тот же вопрос, и в целях экономии своего времени я просто запишу это один раз и в случае чего буду ссылаться. Ссылаться я буду довольно-таки часто, потому что за последние пару месяцев, пока LFG хайпит, так сказать, этот вопрос я слышал миллион, примерно 1 200 000 раз, так что вот. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Она жрет мой хуй, как будто это бургер. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Она жрет мой хуй, как будто это бургер. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Она жрет мой хуй, как будто это бургер. Итак, ребята, перед тем, как вы посмотрите видос про нашу замечательную, значит, супер-мега-крутую организацию, предлагаю вам подписаться на паблик этой же самой мега-крутой организации. Вот вы подписаны там на всякие квайшопы, на, блядь, каких-то, блядь, дипсайско-сталанархи, на паблик кахана. Ребята, блядь, я вас прошу, подпишитесь на этот паблик. Хватит, хватит слушать дьяволов всяких гадких, вонючих. Подпишитесь сюда, боже мой, срочно. Короче, парни, попасть в ЛФГ можно двумя способами. Первый, для самых ленивых, блядь, и самых, сука, блядь, миллионеров. В скобочках нет, 150 рублей, это вообще, ну, не деньги по сравнению с тем, что вы получаете в конечном итоге. Вы платите 150 рублей, при этом вы получаете доступ к новейшим, блядь, софт-новинкам. И не обязательно это должны быть читы, за которые вас будут в армии. Просто удобные скрипты, блядь, при использовании которых вы будете охуевать от того, как же охуенно все-таки играть с Android Multiplayer. Потом, блядь, дом на каждом серваке Volvo, блядь, с 5 тачками, блядь, с вечно фульным складом и охуенным расположением возле притона. Так что, блядь, ребята, 150 рублей за это вообще смешные деньги. Кстати, я играю на проекте Evolve Roleplay, ссылка в описании. Кстати, играю и на первом, на втором сервере, ссылка в описании. Кстати, играю на первом сервере Bandy Groove, Кенза в описании. Помогите ему на лидерке, там очень потно. Да-да-да, при регистрации вводите хэштег качано, это наш промокод, получите 1 000 000 денег и хуй в жопу. Ну, все как обычно, спасибо за внимание. И второй способ попасть в ЛФГ. Вы будете в шоке, но для того, чтобы попасть в ЛФГ бесплатно, вам нужно всего лишь играть в GTA San Andreas мультиплеер. Да-да, вы не ослышались, именно играть. То есть все, что от вас требуется, это просто бегать с нами в банде, просто вместе с нами отбивать ЛСС от всяких ебанатов и вояк, просто вместе с нами брать фулочки, просто вместе с нами тащить терочки, просто вместе с нами сидеть в конфах, и в конечном итоге вы придете к тому, что вас инвайтнут на конференцию безоплатно и безвозмездно. Все, что от вас требуется, это просто не быть ебанатом и иметь хотя бы 3-значное Q, бля, пожалуйста, парни, блядь, ненавижу идиотов. Но вы должны понимать, что этот способ, он длится не день, не два и не неделю. То есть он приличное количество времени длится, чтобы вас реально заметили и поняли, что вы из себя что-то представляете. Но, тем не менее, в конце он очень хорошо так по морали долбит. Вы считаете, такие, ебать, я классный, меня там, бля, заметили, это круто, отвечаю. Прием за бабки, кстати, кто уже успел обвинить нас в том, что мы какие-то маргиналы, блядь, или просто решили нарубить кеша на школьниках, это вынужденная мера, потому что, ну, блядь, когда ты платишь за что-то деньги, то тебе есть что терять. То есть, если ты будешь творить хуйню, ну, мы тебя кикнем сразу нахуй, неважно, сколько денег ты заплатил. Вот так. Так, ну я надеюсь, я все доступно объяснил, и вопросов ко мне не должно никаких возникнуть. Но поскольку видео получилось слишком коротким, то держите вам приятный бонус в виде приватной записи конференции Дискорда, где селедку какая-то бабка, бля, в падике в жопу трахает. Валик. Ау! Отдай, пожалуйста, 149.7. Олд в четверке, друг, короче, там, бля, сидел в тюрьме, да. Кто? Кто это? Сам. 149.7 соло 4, блядь, проверенное ну, время. Кто это? Надо потише какой-то. Как солдат, извините.
Да ладно, я ж музыку сейчас уже трачу. Акир, поехали. Селёдка. Повисла на тише. 12 часов ночи. Ты на часы хоть смотришь? Конечно. Я знаю. Тише, тише. Тише. Тихо, дайте послушать. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Я ничего не сделал, у меня просто плоскостопие порой. Меня ебало. Да тише, микро выключится, сержант. Я позвоню сейчас дежурному и сразу выключится твое плоскостопие. Все, я понял. Ты умеешь ходить тихо? Ну я буду на мысочках ходить, все, извините. Такое состояние. И, кстати, ты не один уже здесь. Было тихо, сейчас еще кто-то. Все, я понял. Что у вас тут собирается? Ничего не собирается. Можно все я спать? Ничего не собирается. Все, простите. Если сейчас не успокоитесь своим топом, я успокоюсь. Все, не звоните дежурному. Не нагреться. Не буду нагреться. Все. Питала, бля, бабка его, бля. Катина, ебать. Идет он через кого-то. Заснято, ебать. Кто еще? Да. Кто здесь живет? Я понял. Мы тут находимся. Не хватило, не знаю, дурдук. А ты лирик. Да трёх как бы. Песни распеваете. Да замали, ебало. Блин, пацаны, это пизда конкретно. Это кто вообще?